Мамаш, быстро открой свою будку, мне позвонить. И там загнали, и здесь обложили. Там, это совсем рядом, всего 30 лет. 30 лет? Это совсем не страшно. Поехали, Герман. Куда? К тебе. Я там совсем чужой. Там все друг другу чужие. Мы ведь будем вместе. Вдвоем. А вот этого нам не дадут. Это подрыв. Это самодеятельность на контролируемой территории. Тогда давай останемся здесь. Ну, пожалуйста, быстрее. Герман. Вот они. Иди сюда. Ты только не бойся. Я не боюсь. Я впервые ничего не боюсь. О, какой дурак. Подожди. Я сейчас. Жди здесь. Предлагаем сдаться. Вы окружены. Иначе будем стрелять. Ага, сейчас иду. Огонь! Вы! Вы! С ума посходили! Алло! Подождите! Ребят! Да вы ж... Ребят, я ж не Рэмбо! Ёп! Ну, теперь держись за меня крепче! Ну и как? Хорошо. Здесь вполне можно навести порядок. Порядок? Порядок в наше время не в чести. Почему? Увидишь. Герман. А? Что?
Герман. Вы новую порцию привезли? А, Герман Андреевич? Нет. Правильно. Лишнее золото нам здесь ни к чему. Рынок может обвалиться. Так давайте разойдемся. Теперь не получится, Герман Андреевич. Поздновато. Иди вниз, в дом. Лучше там сдаться, чем к этим шакалам попадать. Не люблю тех, кто умеет то, чего не могу я. Ну, Сим-Сим, ну, подведи. Что происходит? Этого мне только не хватало.